Постарела мать за 30 лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать, и на что надеется она. Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчик без усы не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино и старый мал. Кто познал войну и кто не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать, мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик. Из траншеи в бой встала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет, но сквозь боль мчался сын вперед. В окно посреди тревожной тишины постучится сын.